Доброе утро. Какой мой новый цвет? И сейчас будет новый влог. Приехала я, значит, в больницу. Почти дошла уже. Сейчас буду сдавать анализы. Тут на самом деле так страшно ходить. Тут везде такие старые дома. Двухэтажки. И это очень дальняя часть района. Вот. Где просто так не окажешься. Из-за этого немножко непривычно, стрёмненько. Все, я сдала все анализы. Сейчас зайду в КБ. Возьму что-нибудь попить. Потому что не хватает сахара в крови, мне кажется. Либо просто воды возьму, не знаю. Что-нибудь попить точно нужно взять. Потому что я вообще не завтракала. Это да, когда болит уже все. Да, он как бы болят на это. Вы с ней попрощаетесь, хорошо, вы устроите какой-нибудь праздник напоследок. Может, она до дня рождения не доживет. Хорошо, я передам ей. Все, давай. Я вот тоже. Спасибо, давай, пока. Передай привет маме. И тебе жаление. Всем жизнь. Эй, слушай. Пойдем. Такой вот. Бедик. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну, сразу скажем, что программа не для этого. Сегодня вторник, и на обед у меня доширак. Вот. Одна пара сегодня, не знаю, может быть, не пойду на нее, потому что не очень хорошо себя чувствую. Вот такой вот обедик. Выгляжу вот так, не очень. Жду, пока чайник скипит. Впервые рекорд. 37,3. За последнее время у меня еще не было такой температуры. У меня максимум было 36,8. Может быть, я все же заболела. Не пошла на пару в итоге. И ем мармелад. Такой мармелад. 10 из 10. Сейчас либо лягу спать, либо буду делать композицию, не знаю. Крыски. Такие вот милашки. Ну что вы? Это Джерри, это Микки. А я пока что делаю задание. Сейчас буду рисовать на завтра. Мне нужно совмещать все, что нравится в моих работах. И все, что мне нравится, убирать. Правда, если честно, я немножко забыла, что мне сказали исправить. Надо записывать. Могу показать вам, какие стикеры я распечатала. Ну, не только распечатала, уже вырезала. Такие милашки. Не знаю, правда, куда клеить. Мне нравится их дарить. То, что это мило. Еще я смотрю Геройскую академию, так что включаю последний сезон уже, ну, который вышел, я не знаю, это вроде не финал. Сегодня среда, и это значит, что пора на учебу. Я собираюсь. Я забыла о том, что нужно следить за временем, чтобы выйти в определенное время. Из-за этого уже немного опоздываю. Но ладно, это не так страшно. Ну, честно, жутко не хочется никуда идти. Ну ладно, переживем. После обеда, после пурика. Дашка спит, пытается спать. Неудобно. Она меня бросила.
Ну, мне неудобно спать. Мне кажется, это, ну, как оскорбить человека за одну секунду. Определенно. Это оскорблена. Когда кот, когда ты кота гладишь, он словно начинает вылизываться, вот это то же самое. Угу. Обидно. Ну, хотя больно. Бы не ушла до конца. Полина играет. Мой новый чехольчик. Я не фанатка. Я не фанатка. Она играет в BeatStar. Похвастаюсь, да? Своими алмазиками. Извините. Набила всю руку. Спустя время стало только лучше. Да. Но сложные мне так и не даются на алмаз. Хотя вот этот вот, мне тут буквально, короче, 14 баллов не хватило, чтобы алмазик набить. Ну и все еще впереди. Так что, ну, you know. Неприятно. Даже рекорд сегодня не побила. Тихо. Ничего. Все еще впереди. Мы не расстраиваемся. Ну еще она видела значок, где написано «Ну нахуя?». Но она не поняла, потому что Полина, ты уже... Ой. Так скажи матери, что ты болтарка. Да. Все, мы идем домой. Меня не переспоришь. Кто делает вот эти конфеты? Всякие, знаете, коровки там. Почему они не могут сделать их? Так, ну, какую-то упаковку так, чтобы не пришлось потом есть бумагу. Четверг. Я не пошла на первую пару, потому что к нам пришла уже. Хотела сказать, должна была пройти газовая служба, но она уже пришла. А пара еще не началась. Ну, как бы я уже на нее не успею. Так что, sorry. Буду сидеть, делать задание. Смотрите, что у меня приверчик тут. Немножко кривой косой, но это, знаете, чисто так показать. Тайс. Он такой лежит, отдыхает, ему-то никуда не надо. Я буквально сейчас уже буду выходить, потому что время уже 20 минут. Я не могу посчитать нормально, во сколько мне выйти надо, ну, примерно, знаете. Плюс-минус. Хотела показать и рассказать вам. Я, многие знают, но кто не знает, вот. У меня новое хобби, и я вышиваю аниме. Смотрите. Так, я сейчас расправлю, чтобы показать полную картину. Это потому, что я буквально каждую свободную секунду вышиваю. Мне больше нечем заняться. Могла бы, конечно, рисовать или делать домашку какую-то. Но извините, это неинтересно. А это прям залипательно. Всегда, когда иду в институт, проверяю, на месте ли Даша. Даша на месте. Продолжаем идти. Не знаю, зачем мне эта информация, но просто интересно. Как факт, да? Так, дальше. Дальше Татарникова. Рукоприкладничество. Борьба на канале Гонтай. Вы первые начали. Сейчас будет, сейчас будет. Нет, собираем. Ранение было. Слава богу, руки у меня закрытые. И ты не надо, девчонка. У меня аж мурашки по спине пробежали. Боже, взбесились. Вы сумасшедшие. Не то, что мы. Нормальные, спокойные. Да, спокойные. Сейчас еще больше спокойные. Филигранный остался, держит. Он тянет вторую ногу. Мы купили все для тортильи. Это не все, но это такой почти все. Да. Мне кажется, он был очень крутым. Можете рассказать историю, как мы выбирали наггетсы?
Видишь, что я не сказала наггетсы? Я не была там. Ну, короче, да блин, обзвонит меня. Как говорю, так и говорю. Мы купили наггетсы вязанка. И они по скидке, если взять вторую. А второй там вообще нет вязанки никакой. Мы сказали, ну возьмите что-нибудь там, наггетсы какие-нибудь. И мы думали между чебупицей и наггетсами. Но взяли в итоге наггетсы намного дороже. Вот эти. Качество. Насколько они дороже? Ну, она одна стоит 100 рублей. 200, что-то такое. Мы могли два манго взять на них. 119 одна стоит такая. День, дорогие друзья, сегодня в нашем небольшом заведении мы опять проводим мастер-класс. Сегодня мы готовим лепешку по-американски, а-ля... Хуйня. Ой. Одно. Первым делом мы нарезаем наши овощи. Смотрите, мы берем пальчики вот так вставим. Конечно, у нас же длинный маникюр. И быстренько. Небольшая тонкая слайсовая нарезка обеспечена. Ну, это немножко крысом. Если вы дотошны особо, можно порезать, конечно, более элегантным способом. Получается, тоже тонкие слайсы. Подходят всем Кириллам. Не переключайтесь, дальше мы будем резать помидоры. Нет, что говорите? Буду на чем там оранжевые. Блин, мне кажется, нет. Они желтые, вы знаете? Есть желтые яйца, желтые вот эти. Да. И оранжевые. Я просто говорю, я разбираюсь, как жарить мираторг. Там типа вот это вот ту секунду, когда их надо перевернуть, чтобы они были идеально золотого оттенка, но того самого. Она шарит, она шарит. Смотрите, кто. А тут я хуй знает. Блинчики. Еще не пожаренные. Дальше мы берем помидоры. Мы уже как приступаем. Мы будем резать? Половинка сначала. И тоже слайсами. Вырежем попок. Чтобы никто не уволок. И тоже крысом. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Выбирайте 100 баксов или Эдит? Реально 100 баксов или Эдит? Да. Давайте Эдит. Хорошо. Ой. Продолжаем нарезочку. Скоро уже нарезочку Эдита, кстати. Да. Вот что там? Золотистая корочка. Ну, они сказали оранжевые. О, нормас. Маслица брызгает. Брызжит. Полина, хочешь попробовать вкусный коктейль? Серьезно? Я могу это пить вообще? Ты туда пота своего не накапал? Пахнет персиками в огороде. Коробка. Скучилась по сыну. Сок чей-то. Это ваш сок? Да, сок. Он, наверное, нашего сока больше добавил, чем всему вашей жижи. Нет. Для цвета только. Нет, она все так же. Нет, я бы добавил 50. Как вам коктейль «Кровавая блад»? Конечно, лучше, чем было. Но все еще хуя. Ваша оценка, Полина. Ты вот этот добавил? Все равно щиплет с горла. Я думаю, ну, шестерочка. Внезапно Эдит. Попробуй. Потом повторить всю процедуру, чтобы обезопасить себя. Вот это коктейль с огурчиком, самое то. Куда? Давай. Сюда? Хочешь на руки ручки? Нет, мы, если что, подставим. Кому не достать свой огурца? Айс. Я сейчас съем. Ноуз. Айс, бэби. Я буду любить тебя, даже когда я буду на небе. Но вот пока я что я здесь. Вот могу сюда. Нет.
Нет, не надо. Подстилку нет? Может, тебе вилку легче будет достать? Кажется, я в раю. Кажется... Ой, наверное, это мой рай. Искать его отражение дедово. Еда. Здравствуйте. Слышишь, класс и май. Наверное, это мой рай. И хорошо, что он не знает про такое, как я, что в штах моих ванили снежинки зима, а под шагами басуновыми метели и лед. Больше никогда из мыслей моих не уйдет, мне стыдно закричать, потому что это любовь, его слова на 3 минуты так мою кровь. Я продолжаю повторять. Тебе-то все хорошо, но понимаю, он мне нужен, нужен ей еще. Так, берем лепешку, каждый по лепешке, берите. Полина, можно, пожалуйста, лепешку? Спасибо. Лепешку и режем где-то до центра. Вот так. Берите. Ладно, не буду резать. Мы не рискуем. О, у меня тут уже все почти разделено. Смотрите, Реж. Вот и серединка. А пока Полина съест Пакман. Так, освобождай место немножко. Будешь до меня теперь делать. Хорошо. Пакман готов. Мазали. Что вам надо? Что надо? Просто капни, и я тебе дам ложку, ты будешь размазать. Хорошо. Это тоже надо знать, как это делается. Я делаю портрет Даши Татарниковой, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Я жалею, потому что еще нам нужны 2 ложечки, чтобы в итоге есть эту тортилью. Вот, вот Даша Татарникова. Посмотрите. О, вот она шикарная. Давайте быстрее. Поближе. Гриль. Сейчас, Полина, поближе. Да, гриль! Полина! Раз! Сегодня вообще 2. Ой, я снимаю. Ты маловат, конечно. Ну ладно, там нормально. Заколебал уже 1000 лет, это самое, намазывать. Извини, да. Нарежь. Да, облизни вот сюда. Облизни мне вот сюда. Может быть, это тоже пожарить, или нет? Да. Все то же самое, только главное... Сыра больше нет. Блин, твоя ложка ебучая. Или это моя? Это твоя. Пиздец. Так, Аня сказала, что ей можно все положить. Даш, доставай. Карамель, да. Хорошо, сейчас. Я вот так хочу его взять и укусить, если честно, просто лежит. Да укуси. Кому я делаю? Нам с тобой? Мастеру? Нет, мне зачем? Мне не надо этого. Режь. Блять, нахуя? Сама и режь. Пожалуйста. Что за L? L, let someone in for you look like let me. Let it snow. Да хуя, стой. Блять, я откуда знаю? Теперь это, клади помидоры. Посмотри. Помидоры, кетчуп. Теперь закрывай. Лук тебе надо? Да, конечно. Не все надо. Просто все, что есть на этой кухне, я просто хочу засунуть в мою лепешку. Все, закрывай. Вот так. А гагинсы? Нет, нагетсы следующим. И прижимай резко надо прям. Оно сейчас... Вот, молодец. Так с ними надо, нахуй. Закрывай. Надо. Может, дальше а сыр? Быстрее, пока они там вот сюда разбираются, надо уже... А что закрывать? Закрывай быстрее, Полина! Вы дальше-то будете делать? Да, нет, Полина, у нас лепешек много, так. А я откуда сыр знаю? А теперь сыр, быстрее! Аня, быстрее, 50 раз, минут! Раз, два, три, четыре, пять! Резко закрывай! Резко, Полина, быстрее, резко! И Даша, давай! А что делать, если камера на майонезе стоит? Я жду.
Слушайте, давайте я буду заниматься базовыми вещами, кто-то будет складывать. Дышать будешь, да? Нет, я буду резать, я буду бить. Кому? Тебе водить. И мазать соус, а вы все остальное. Даже порежь ноги. Ну что, что вы хотите от бытового инвалида вообще? Мы такие засекьюриты. Аня держит сыр. Какая молодец. Ответственная. Посмотри. Тройной щелочки. Что? Мы не делали еще без кетчупа. Делали. Нет, вот Полинка делает. Ты два пожарила? Он без кетчупа. Блин, ребят, как груз. Там так, кетчупом. Ладно. Как весело. Знаете, быстрее, быстро. Разъем. У Аньки еще нет без кетчупа. Анька голодает. Да я тут вон помидорку укусила. А кетчуп и майонез. Мажу. Блин, блядь, ты мажешь как? Не знаю. Моя мать рожала. Долго. Ты как элегантно и красиво. Что? Тебе спешит. Майонез. Я еще медленно. Майонез. Да, прошло. Майонез. My noses. Да, работа в майке, конечно, тяжелое дело. Да там, я думаю, не в такой. Малюшки. Я, вы знаете, я бы работала в майке, если бы не первый день работы в майке. Да, есть такое. Ну, типа... Сыр, блядь, быстрее! А нельзя этот сыр здесь оставить? Почему они его делают? Нет, у Ани обязанность. Мне же надо что-то делать. Ты охраняешь гриль, чтобы его никто не спер. Ваш сыр. Я еще режу наггетс. Спасибо. Режь. Сыр. Меня поражает своим хихикальным лицом. Фух. Бегом. Рожки. Вот овощи, грех, их мало. Так а мы что, мы же... Теперь ты причастник. У нас больше лепешек нет. Будет и тарты или... Технически знали, как бы. Помидоры. Блядь, я держу, нихуя не ем. Вы суки. Так положи вон в тарелку. Так, а он развалится нахуй. Бери малютку. На последний. Надо защищаться. Душе. Остерегайтесь клещей, они вот... Это я такой. Я клещ. Выродка. Говно, 0 из 10. А, горячее. Спасибо. Приятного аппетита. И вам. Тост быстрее какой-нибудь. Не я. За тортилью. За тортилью. Как её есть? За великую черепаху. Изгиб талии женщины моей, я хочу остаться с ней.